Добро пожаловать на форум креативных индустрий, который организовывается официальным представительством Каннских львов в Украине. Это мероприятие мы проводим уже во второй раз. И очень надеемся, что мы сможем провести его еще и не один раз в будущем, поскольку целью мероприятия является объединить специалистов и вдохновителей в различных индустриях. Будь это связано в кино, в шоу-бизнесе, в коммуникациях, в общественных и неприбыльных организациях. Це свято для тих людей, які мріють і хочуть розвитку. Тому я хочу подякувати всім організаторам. Вважаю, що такі події, як другий форум креативних індустрій, він потрібен. Ми спілкуємося, ми передаємо якісь свої вже напрацьовані ідеї, якийсь свій досвід. Тому я дуже рада була бути тут. Дякую. Всі креативні, просто всі є. Ну, дуже творчі від природи, але дехто ставить собі рамки, декому хтось інший ставить рамки. І тому такі подібні події, вони допомагають позбутися тих рамок всім. Мені допомагають позбутися тих рамок. І в Україні є повно креативних людей, які в тій чи іншій мірі позбулися одної, двох, трьох рамок, одної стіни, стелі, ще чогось. Сьогодні виступало повно крутих людей, які... Я навіть не знав, що в той бік можна думати навіть, не то, що там щось робити. А вони в той бік думали і поробили повно файних речей. І тому то дуже круто. Такі події дуже потрібні. Сегодня к нам приходят многие люди, которые уже стараются играть какую-то роль. Они ведущие, они приходят и говорят: «Здравствуйте, меня зовут Анастасия», ну и пошло дальше. А у нас, в первую очередь, я могу говорить от нашей компании, да, и от нашей программы, ценятся просто интересные люди, просто интересный человек, который интересен тем, вот, какой он есть на самом деле. Нам хотелось показать вот такой вот большой потенциал Украины, в принципе, вот с точки зрения креатива. Потому что креатив – это же другой способ мышления, да? И креатив должен быть, ну, во всем. И креативная экономика – это то, что наступит завтра. Надо быть к этому готовым, надо понимать, что все, что мы учили там несколько лет назад, уже устарело. Надо искать нестандартные пути решения, только таким образом можно будет выжить. Это была основная цель – собрать представителей разных индустрий, успешных, настоящих, живых. Сейчас есть коридор возможностей, очень небольшой, пока другие страны еще не получили той порции адреналина, которая есть у Украины, с тем, что очень много всего разрушается параллельно. И поэтому мы понимаем, что без технологий мы уже жить не можем, и мы можем создавать уже новые креативные идеи. Только надо немножко больше почитать, узнать, какие тренды есть, чтобы добавить к своей бизнес-идее ту идею развития, которая может быть для своего бизнеса. Дерзайте, не профукайте свою жизнь, она слишком быстро кончается.